на Енисея. Ну пусть будут женщины. А почему? Ну, они заботятся больше, наверное, о детях, их тревожит будущее, и поэтому они так легко не тратят деньги. Мне кажется, вообще без разницы. И те заначки делают, я делаю точно. Наступает день X каких-нибудь путешествий или там насыщенных выходных, как правило, почему-то не хватает. И тут заначка очень пригождает. Я думаю, женщины. Они более практичные в этом плане. То есть, практика показывает. Да, и мужчины, и женщины могут делать заначки. Могут копить на что-то, там, собирать на квартиру, например. Заначки делают мужчины. Потому что это хозяин семьи. Женщина, я думаю. Почему? Ну, она о хозяйстве думает, о расходах. А мужчина импульсивен. Ладно, а тут все, да, распределено по полочкам. Мужчины, почему? Заначки? Заначки. Наверное, жена чаще. У меня как бы свои есть карманные. Я думаю, что женщины. Почему? Ну, нам же нужно все красивое на себя. Потихонечку, помаленечку. Потихонечку, помаленечку, да, с каждой зарплаты. Привилегия мужская. Как без заначки? Ну, женщины тоже делают заначки. Но, как правило, мужики об этом не знают. Это точно. Причем очень серьезные заначки у них бывают. Неожиданностей может быть масса. А когда нет заначки, как говорится, все в бюджете в семейном, там еще каком-то, даже не знаешь, за что схватиться. И кто тебя может опередить, поэтому заначка должна быть. Мужчины, чтобы женщины их не видели. Ну, я женщина, я не могу сказать, что я чаще делаю. Можешь понимать. Так что мужчины. Мужчины. Я думаю, мужчины. Почему? От женщины прячет. Мужчины. А для чего? Ну, для своих нужд. Каких? Ну, мужских, допустим, делать подарки женщинам.